Что это такое впереди? Это называется лес, страшило. Ой, что это? О, я несчастный. Какой странный человек. А почему он не шевелится? Ой, мне страшно. Не бойся, я его сейчас укушу. И не вздумай. Ты что, хочешь поломать себе зубы? У него железные ноги. Если из железа сделан ты, то держись подальше от воды и никогда не смей реветь, иначе можешь заржаветь. Пропали у ежа, из гнезда упали два стрижа, но я не плакал, я терпел, и лишь зубами я скрипел. Только будь неладно топору, отрубил я лапку комару и так ревел, и так ревел, что весь навеки заржавел. Железный дровосек. Ах, боюсь, что ничем. А что, если его смазать маслом? Каким маслом? Сливочным, из твоей корзинки. Правильно! Молодец, Страшила! Вы позволите? Прошу вас, сначала шею. Так. Как я вам признателен. Пожалуйста. Какое облегчение. И теперь, пожалуйста, руки. Руки? Ох, как хорошо. Ох, как прекрасно. Вы спасли мне жизнь. Кто вы такие? Мы знаменитые путешественники. Мы идем в изумрудный город, к Гудвину. К великому Гудвину? Но зачем? Ну, например, я за мозгами. А, по-моему, иметь сердце важнее, чем иметь мозги. Без сердца жить очень трудно. Да, не знаю, не пробовал. Сердце у меня на месте. А у меня нет. Как? Нет. Вот так вот. Один очень искусный кузнец решил сделать железного человека. Так я появился на свет. Он дал мне топор, научил рубить деревья и сказал: ну, а теперь ступай. Ты получился у меня совсем как настоящий. Вот только сердце у тебя нет. Я бы мог, конечно, сделать тебе железное сердце, но это очень плохая вещь. Уж лучше совсем не иметь его. Вот я и живу такой бессердечный. Ну, раз у Гудвина есть такая
Чудесная вещь, как мозги. То сердец у него, наверное, сколько угодно. Вы так думаете? Правильно, правильно, Страшила. Идемте с нами, железный дровосек. Как хорошо, что у вас есть самое заветное желание. В путь! Нас не пугает трудный, опасный, долгий путь. Мы в город изумрудный придем когда-нибудь. Идем мы с дружной песней, дороги нет конца. Нет ничего чудесней, чем добрые сердца.